Город Караганда, Майкудук и Майкудукский роддом. Вот я стою на углу и пойду на выход. Это вот официальный выход. Здесь блокпост. Ну, наверное, будут здесь еще забор делать. Там получается вот шлагбаум. Роддом называется региональный акушерско-гинекологический центр. А там вот частная фирма. А здесь улица Щерса. Ну, мы по ней пойдем. Я вот это месяц назад или ходил по этому месту по просьбе нашего земляка, который живет в Германии, Сергея Горбунова. Я ходил по этому месту, доходил до этого, до второго автопарка. Но сейчас я туда не пойду. Я вот дойду до угла и поверну направо. Здесь вот полиция такая, кинологическая служба. Ну, кинологи — это которые с этим, с собаками. Служебные собаки тут. Бывает же? Вот. Это вот следующее. Вот это здание. Вот полиция. Отдел ПЕС местной полиции. Ну, вот здесь кинологи есть. Служебное собаководство, да? Вот так, наверное, можно назвать. Улица Николая Щерса, 80, вот в этом здании. Вот Щерса, 82. Люди успели уже сломать. Скорость телеграм, да? Реклама наркотиков. Вторгается мир этот, как это, интернет. Вот такие заросли. Улица Щерса. Дойду до этого угла и поверну я направо. И на этом, наверное, вот этот кусочек я завершу. Вот там вот 43-й автобус выезжает. Так. Так, сделаем такой обзор. Вот там вот вдали вот 43-й автобус из автопарка номер 2. А я пойду вот по этой улице. А это улица Щерса. Ну, давай. Дождусь этих автобусов, как они проедут. Сниму для своего земляка Сергея Горбунова, он, чтобы он мог посмотреть на это все. Вот. Вереницы автобусов едут. Классно. Мои земляки машут мне рукой. Коллеги Сергея Горбунова выезжают на этот, потому что сейчас 8 час, наверное, ну где-то 7:30. Ну вот таким образом, да, автобусы поехали. Они поехали на автостанцию Майкудука, который находится в 14 микрорайоне. Да, там Кузимбаева. Через Кузимбаева направо и могут попасть кратчайшим путем. Да, вот поворачивает именно направо. Вот видно. Там улица Кузимбаева, как я понял. Ну вот. Этот момент я заснял для нашего земляка Сергея Горбунова, который живет в Германии. Его коллеги из автопарка номер 2 поехали вот на
как его, исходную точку, чтобы начать свою работу по маршруту номер 43. Ну, на этом этот ролик я завершаю.